В этом году виноград заболел. Мучнистая роса называется болезнь. Сейчас я покажу кисточку, какая. Как мукой обсыпана. Вот, видать, наверное, он будет. В этом году вообще беда с этим виноградом. Морозом ударило. Кисточек мало совсем. И то заболели. Даже на листочках эта мука. Какая-то пыльца какая-то. Надо брызгать боржочной жидкостью. Бордошная жидкость. Побрызгаем сегодня. Через неделю-две посмотрим, какой результат будет. Сыми. И вам покажем. В Поволжье. Живем в Поволжье. Бордошная смесь. Будем виноград обрабатывать. Больной. Две пачки здесь. Медный купорос и какой-то порошок. Известь. Похоже, что известь там. Обрабатывают яблоки, виноград от болезней. Мы будем виноград обрабатывать. Побрызгали виноград. Обработали через краскопульт, не пошел. Так брызгали, забивается краскопульт. Не знаю, какой толк будет. С этой пыльцы скатывается. Густой. Краскопульт забивает. Посмотрим, что будет дальше. Итак, прошло 20 дней после того, как брызгали бордошной жидкостью. Посмотрим, какие ягодки. Вот. Ничего не помогло. Мучнистая роса. Болезнь называется. Не помогает. Бордошная жидкость — это медный купорос и звездка. Смешано. 20 дней назад брызгали. Может быть, на следующий год болеть не будет. Не знаю. В этом году обработали, может, на следующий год не будет болеть. Вот другая кисточка. Как вам показать ее? В этом году не помогло.